Его рассыпчатое имя не вспоминается уже. Уже не часто он проклятый выходит на горючий лед. Железной шаркает лопатой метлою острою скребет. Когда я утром одеваюсь и на работу ухожу, или когда я раздеваюсь и в ящик туфли уложу, в утробе тесного подвала при свете ночи или дня он все лежит, как покрывало, и бездна смотрит на меня. Ах, дочка, мы с тобой не знали, что наш пропавший Алексей живет в нетопленном подвале, полузабытый от людей, что сама ты не узнала, что это твой жених и муж. Так это жизнь, большая зала, по ней гуляет много душ. А что желтее апельсина, его не русские черты, так это тоже объяснимо. И мы с тобой давно не те, стали как трамваи, мы дотянулись до седин, а он как лампа восковая в подвале светится один. Восковая.